Театр на Фабричной улице в воскресный вечер порадовал щелковцев концертом, который назывался «Музыка, сошедшая с экрана». В нем прозвучали известные по любимым с детства кинофильмам песни и музыкальные произведения. Их исполнил неоднократный победитель областных и международных конкурсов Щелковский муниципальный духовой оркестр. Для меня эмоции – это хорошо играющий оркестр, потому что если труба звучит по-настоящему, знаете, чисто, красиво, или, например, когда саксофон звучит хорошо, или когда все вместе в оркестре сливаются, я получаю удовольствие именно от музыки и не хочу ударить лицом в грязь, как говорится, потому что у меня ощущение, что я должен соответствовать этому замечательному оркестру. В репертуаре Щелковского духового оркестра с каждым годом становится все больше произведений классической, эстрадной, джазовой, маршевой и оркестровой музыки, и, конечно же, музыки для солистов. Ну, я вообще очень люблю оркестр, и наш, и любой другой, и я люблю музыку, поэтому у меня всегда я с удовольствием иду сюда не как на работу, а как на праздник. Строители концерта преподнесли своим гостям интересные сюрпризы. Духовой оркестр сопровождал и музыкальные сольные выступления. Концерт обилием исполнителей и номеров, в том числе и шуточных, что очень поднимало настроение в зале, сочетанием различных музыкальных жанров и, конечно же, очень знакомой и всеми любимой музыкой, которая так украсила наш кинематограф, безусловно, пришелся по душе зрителям. Зал неоднократно взрывался аплодисментами. Очень приятное остается впечатление после посещения, заряд бодрости, энергии. Концерт получился таким ярким, потому что в нем объединили свои таланты профессиональные музыканты, люди творческие и преданные своему делу. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».